В Муромском районе завершилась вакцинация рогатого скота против ящура. Последними привитыми парнокопытными стали коровы СПК «Колос» в деревне Пестенькино. За вакцинацией наблюдала наша съемочная группа. Беспокойство коровам доставил не только снегопад. Вооружившись шприцами, ветеринары проводят последний этап вакцинации от ящура. Прививку делают в шею, под кожаном. Процедура занимает несколько секунд. Вакцинации проводятся силами ветеринарной службы станции Государственной ветеринарной службы, а также врачами хозяйств производственной ветеринарной службы. После введения у животных могут быть небольшие припухлости, которые в течение 5 дней должны рассосаться. Из области в Муромский район поступило 8600 доз вакцины против ящура. Каждой корове она вводится в объеме 2 мл. Ограничений по использованию молока и мяса животных после введения вакцины отсутствуют. Мероприятия по профилактике ящура затронули каждое подворье Муромского района. Вакцинация у нас в районе идет с 26 октября. Вот в течение этого времени все сельхозпредприятия, которые находятся на территории Муромского района, а также весь частный сектор, привиты от ящура. Также у нас была вакцинация от сибирской язвы. Через 21 день, согласно ветеринарно-санитарным правилам, будет проведена повторная вакцинация против ящура. В одном только СПК «Колос» было привито более 500 голов рогатого скота, считая не только взрослых коров, но и телят. А за все время вакцинации, которая длится с 26 октября, против ящера привили более 7000 животных. Анастасия Белова, Николай Молоденов, Новости Муром.